Не нужно, конечно, сейчас 2 минуты меньшинства для спартаковцев. Там еще и Брас не выигрывает СКА. Гордин. Гордина, 2 их уходит, бросок, и шайба сейчас... Ух ты, Куликов, ничего себе, Леша ловушку оставил сейчас над собой, и, ну не поймал в нее шайбу, но отбил. Шаховцов бросал, Куликов молодец. Но, в общем-то, несколько секунд проходит, и все равно шайба в воротах оказывается. Еще одно большинство. Большинство... Губарев переводит шайбу на правый край. Пытается Никита Шуйдин вывести шайбу из своей зоны. Не пускает его. Гвардиан. Бросок по воротам. Шиянов реагирует. Опускает шайбу на лед Илья Алтыбармакян. Но подбор остается здесь за амурскими тиграми. Никита Линик разряжает обстановку на своем пятаке, отбрасывая шайбу к воротам Ромашкина. Еще одна атака с численным преимуществом. Бросок Шиянов. В игру вступает. Плечом отбивает шайбу после броска Иванова. Шуйдин на синюю линию поднимает шайбу. Бринкман. Шуйдин. Иванов открывается на правом круге вбрасывания. Поза ворота. Там Катаев. Неточная передача. И Кают. Бринкман налево. Шуйдин. Бринкман. Алтыбармакян. Пас под ворота. Опускает шайбу на лед Иванов. Ярулин на пятаке располагается. Но с шайбы пока Илья Алтыбармакян. Его бросок Тараканов заблокировал. Бринкман. Шуйдин. Передачу под ворота. Какой момент? Гол! 2-1. Никита Шуйдин сокращает отставание в счете. Удалось реализовать большинство. Быстрая смена места. И в итоге Шуйдин получает передачу от Ивана Иванова. Быстро разворачивается из близкого расстояния. Переигрывает Тимура Шиянова. Для Никиты Шуйдина это... Давайте еще раз посмотрим. Затем, как 21 номер смог разобраться. Для Никиты Шуйдина это 3-я шайба за СКА 19-46 в этом сезоне. 6-е набран очко в 5-м матче. Подряд, когда в конце игры его провоцировали. Там, по-моему, Кирьянов тогда еще выступал. И еще ряд хоккеистов, но я так уж не вспомню. При этом, когда надо, Артем Жук писал. Вот сейчас опасно. Ну-ка, Никита Шуйдин, лучший шанс себя проверить. Шуйдин, гол, 1-1. Ну, теперь-то, наверное, СКА 19-46 будут вынуждены практически взвинчивать темп, потому что эта уже ситуация немножко уходит из-под контроля. Вот он, самый опасный нападающий СКА «Варягов», Никита Шуйдин, 97-й номер, капитан команды, лучший бомбардир команды. Не то чтобы совсем все для этой команды, но очень много он значит. Когда с ним рядом Михнин, это становится прям совсем опасно. Ну и здесь сам Никита разобрался. Естественно, провалилась оборона. И Ромашкин не вытащил, но он, кстати, Шуйдиным в одной команде никогда не играл. Классно разложил вратаря. Никита Шуйдин 1-1. Горбушин решил бросать сам. Танков идет в дриблинг. Неплохо. Наставляет защитнику. Смирнов бросок. Рикошет. Гол. 2-2. Ничего себе. Шуйдин, что ли, подправил? Видимо, Шуйдин. Ну, я говорил, что варяги могут. Никита Шуйдин. Он полностью подтверждает свое звание лучшего бомбардира. Ну и главный. Ну не то, чтобы звезды. Ладно вам. Но, в общем-то, самого активного в этой команде и самого опасного хоккеиста. Вот он, Никита Шуйдин. Там хотят посмотреть. Или не хотят. Судьи общаются со столиком. Смотрим. Бросок Смирнова. Никита Мельничук. Да, конечно. Ну, будет бросок. Хороший момент. И 2-0. Шуйдин принял, прицелился и нанес бросок. И никто из спартаковцев ему помешать не сумел. Итак, Никита Шуйдин забрасывает вторую шайбу, причем реализует большинство. Первое большинство у варягов не получилось. Вот, смотрите, передача, да? Ну, классно, конечно, передача хорошая. В дальний верхний угол направил шайбу Никита Шуйдин.
Ну и давайте отметим, очень хорошая передача у Александра Катаева получилась. Итак, Дмитрий Куликов пропускает уже второй. Даже в такой встрече, конечно, через ближний пятачок тренеры не похвалят выход из обороны. И шайба под номером 7. Вот она, пожалуйста. Побегали в атаке хоккеисты ОРГ и показали им, как нужно это делать, ребята в синих свитерах. 21 номер. Это Никита Шуйдин. Всем молодой парень, 17-летний. В мае исполнится 18. Атака 3 в 2. Шуйдин разыграл с Маратом Хуснутдиновым. Вот эту нехитрую, в общем-то, комбинацию. И с неудобной отправляет в угол ворот Владислава Пакина. Вот две шайбы пропустил уже запасной сегодня голкипер ОРГ. Вот такая атака и такой бросок. Судью и применили вдвоем против него плотный силовой прием. Бросок и шайба в воротах. 97 номер. Никита Шуйдин сравнивает счет вот в этом матче. Вот так вот и какой бросок получился у Шуйдина. Прямо под перекладину ворот Чуфарова на в начале пятой минуты второго периода. Давайте смотреть повтор. Ну что ж, меняется сценарий матча в сравнении со вчерашним. Вчера тоже армейцам удалось забросить одну шайбу, но это случилось уже при счете 3-0. А сейчас счет сравнивается 1-1. И 15:52 на табло. Это время, оставшееся во втором периоде нашего матча. Да, звоночек для «Динамо» в том плане.